Я рада вас приветствовать на своем канале. Предлагаю вам запоздалый обзор на свой заказ по 11 каталогу Avon 2014 года. Заказ я делала уже в конце каталога, и, к сожалению, я приболела в последнее время и видео снимать не могу. Поэтому немножечко мой голос, может быть, будет не такой, как всегда, я извиняюсь. Многим обещала различные видео в последнее время, и про мизороллеры, и про тени и так далее. Девочки, извините, во-первых, приболела, во-вторых, сейчас борьба с урожаем, поэтому очень некогда. Как вот эта борьба закончится, так обязательно я все, что обещала, сниму и все расскажу и покажу. Итак, про этот каталог, что я заказала. Заказала новинки этого каталога. Это туалетные водички, вот здесь 30 мл, такая маленькая бутылочка, очень мне понравился аромат, который был в каталоге, я не помню, либо в этом, либо в следующем, но, короче, там в каком-то каталоге все ароматы есть. И я больше всего захотела заказать вот этот цветочный, потому что там доминирует запах пиона, мне так показалось, и я его заказала. Что могу сказать, что ожидала чего-то большего. Очень легкая водичка, в принципе, такая, то что вот форма плоская и маленькая бутылочка, можно носить с собой в сумочке. Здесь вот такая вот заглушка, которая предотвращает произвольное нажатие. Нет колпачка закручивающегося какого-то. Запах легкий, держится достаточно слабо, я бы так сказала, ну где-то часа два, наверное, может быть три часа, и потом можно будет повторить, так как, опять-таки, как я сказала, объем маленький, носить с собой можно, и, естественно, можно повторить. И еще заказала вот такой фруктовый аромат, этот мне понравился меньше первого цветочного, здесь почему взяла запах персика на первом месте, но, опять-таки, запах фруктов такой какой-то, ну, не очень я люблю фруктовые парфюмы, скорее всего, может быть, кому-то подарю, как-то вот мне меньше понравился. Почему его взяла? Потому что девушка, которая курирует меня, да, она сказала, что больше всего люди заказывают именно вот этот аромат, именно фруктовый всем нравится как-то, больше всего, меньше всего цитрусовый нравится, но как-то у всех у нас, наверное, разные вкусы, мне цветочный понравился больше. Далее, заказала набор, который шел в каталоге, это пюрбланка, вот такая вот водичка. Запах мне понравился пюрбланков. Я думаю, ну, все знают, нет смысла особо показывать и рассказывать про эту водичку. Ну, конечно, пока обязательно что-нибудь упадет. Так, потом заказала, в наборе шла тушь, я не открывала, у меня такая есть синенькая, по-моему, сверхобъем называется. Не очень она мне нравится, так, средняя, особо объема нет. Скорее всего, я ее кому-нибудь подарю. И блеск для губ, который увеличивает объем. У меня в самом светлом цвете. Я, конечно, пожалела, почему я не заказала красный. Ну, посмотрела, он практически на губах вот бесцветный. Поэтому я даже не открывала. Кажется, что ну, не мое это будет. Тоже, может, кому-то подарю на какой-нибудь праздник. Поэтому лежит запечатанный. В этом каталоге по акции были масочки, и, конечно, я заказала две маски. Вот эту знаменитая маска с оливой, у меня она была только еще в старом варианте. Очень мне нравится, я обожаю всякие увлажняющие питательные маски. Вот эта маска дает легкое увлажнение, питание, очень приятный аромат. Мне она нравилась, я ее заказала. И вот эту заказала маску я первый раз. Эта маска идет очищающая, с глиной. Я уже ее пробовала. В принципе, мне понравилось. Я не скажу, что я какого-то там очищения заметила. Но очень так интересно наносится такая. Быстро высыхает. Такая белая-белая-белая глина на лице получается. Ну, в общем, там, в принципе, очень приятная. И обычно вот такие очищающие маски из глины, они сушат кожу. Вот эта вот маска мне кожу не сушит, что очень-очень радует. Следующее. Заказала такой маленький парфюмчик себе, Incandescence, по-моему, называется. Очень популярный аромат, мне много раз его заказывали, я ни разу себе не брала. И здесь вот маленький сумочный вариант, такой с шариком. Приятный аромат, не скажу, что я в безумном восторге. Скорее всего, это на холодное время года подойдет.
Ну так, неплохой, но пока нет желания брать большую версию этого аромата. И заказала я тени Tattoo Effect. Вот такой коробочки они шли, все знают. И у меня в сиреневом цвете есть. И я заказала вот такие две денюшки. Одна коричневая, по-моему, называется, бронзовое чудо. Мне понравились, чем то, что они очень быстро. И летом я очень нравилось мне быстро наносить макияж. Вот такой вот цвет. Быстро наносится, держится достаточно неплохо, хорошо растушевывается. И второй, это он бескомпромиссный серый. Он такой, знаете, не чисто серый, а серо-коричневый, я бы даже сказала. Очень приятный цвет. Вот этот мне понравился гораздо больше, второй. Я бы даже первый, мне кажется, можно было мне и не брать. Вот этот серо-коричневый, вообще шикарный цвет. Не знаю, что-то камера как-то немножечко искажает его. Ну, такой красивый, мне очень понравился цвет. Вот, и держится хорошо, и они были со скидкой. Кстати, по-моему, в каком-то каталоге там впереди они тоже будут очень хорошей скидочкой. И последнее, что я заказала вот такой вот шарфик в этом каталоге на осень. Он такой легкий, приятный, не мнется и не широкий. Вот он такой вот идет, такой вот ширины. Вот такой шарфик. Здесь вот цветочки идут, бабочки. Такой, знаете, он розовато-кремовый цвет на концах с рисуночком. Шарфик, качество очень хорошее, сделано, наверное, в Китае, да, сделано, как всегда у нас в Китае, но качество приличное. Но на осень, на теплую погоду будет замечательный шарфик. Ну, вот такой был у меня на этот раз небольшой заказ. Спасибо всем за внимание, кто посмотрел это видео, кто меня поддерживает, ставит лайки, пишет хорошие комментарии. Всем всего доброго, вам удачного шопинга, хорошего настроения. Завтра первый день осени, пусть осень будет теплой, принесет вам только положительные эмоции. Всем всего доброго, пока-пока.